друзья, у нас хорошая или плохая новость. На большом-большом грузовике заехали соседи. И собачка у них. Так что у сочульки опять будет любовь-морковь. А у нас не знаю, надолго ли. Обычно больше года не выживают почему-то. Бросают, убегают. Дай бог. Цветочки мои. Ой, сочуль, давай цветочки покажем поближе. Такую красоту-то. Да. Ветер холодный. Да. Пошли, пошли. Все, все, все. Все, пошли. Она возмутилась, думает, что я ее обратно домой притащила. Еще та подруга. Пойдем, сейчас тебе покажу. Хотела. Пошли покурочек. Чтобы макушка не замерзла. Флоридским меркам. Ну, не так, чтобы холодно, но прохладно. Вот. Хочу вам сказать, что обещала вам на прямом эфире на бэк-ярд. Ну, Данил сказал, еще не время. Холодно, ветер. И лучше иди погуляй в Сочи и сними видео. На бэк-ярде, говорит, еще рано. И холодно, говорит, сегодня. Так что вот, хозяин приказал гулять в Сочи. И снимать только Сочи. Ой, пирог-то такой, знаете, с поддувалом. Бежим с очулькой. Вон пальмы, видите, шумят. Ну, свежим воздухом и мне полезно подышать. Ну, после передачи я, конечно, еще храпанула полтора часа. Ну, не до конца еще выздоровела, поэтому надо мне отдыхать. Так вот, будем сейчас что-нибудь интересное выискивать и вам рассказывать. Пока ничего вокруг не вижу. Давай быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 машина. У нас, конечно, здесь, видите, прогулка нечистая. Тоже и тряпки вот валяются, апельсины, какашки. Никто их не собирает. Потому что, ну, вот так. А тут дорога, землянку, посыпанная мусором. Разорванная электрическая, электрический счетчик это. Нет, не это. Электрический счетчик, он в земле. Что-то тоже какие-то провода. Солнце красивое, и все, больше похвалиться-то нечем. Обычно тут прям как выводят в туалет собак. Моя, слава богу, очень редко стала иногда. Но я забираю. У меня мешочек с собой. Вот. Сочуль, куда пойдем? Короче, она мне обычно ведет сама. Куда ведет, туда иду. Парк она сегодня не ходила, Данилка, видите, вот он. Ночью работал с трех ночи. Приболел. Поэтому... Сегодня сочуля у меня полностью моя. Столько радости от нее, я не знаю. Ну, будем говорить, радости больше, чем шерсти. Шерсти очень много, а радости еще больше. Ой, какой ветер. Радости еще больше, да, сочуля у нас? Сейчас у нее дружба пойдет с собачкой. Она уже в щелочки ходила, заглядывала. Ага, что там за собачка? Дэниел сегодня утром меня спрашивает, а что там за собака, маленькая или большая? Я говорю, это ты у Сочи спрашивай. Она вчера выглядывала в щелки у забора.
какая там собачка. Ну вот, это проезжая часть, тут, конечно, машины гоняют. Ну, пойдем сюда. Тут и тихо, и хорошо. Обычно я стала брать с собой расческу. Сегодня не взяла раз с камерой. Давно не снимала ее. Ну, взяла. Возьму обычно расческу, и она становится нюхает. А я в это время ее чешу. Поэтому она уже практически гладенькая стала. Зимнюю шубу скинула. Надеюсь. Дома выходят испанцы. Веселые, шумные всегда. И счастливые в основном. Так что тут тоже видик большой. Телевизор купили. И пылесос. И все. Только разобрали, что подарки. Оп! Видал? Так что аккуратно, Сочи. Ох, Тай, но it's fine. Все friendly. How old your dog? How old your dog? Around a year old. Oh, yeah. Coco. Coco. Okay. Bye-bye. Coco. Мы вот никогда Сочи не отпускаем без поводка. Боимся. Народ вот так отпускает, в принципе. Бай-бай. Он кричит, кока своего. Заберем в случае. Ну вот и не боятся, отпускают. Видите, бежит кока с нами. Сочи. Расставание нежеланное, видимо. Наша, вот она равнодушна, так сказать, к собакам. Ну вот, уже видите происшествие. Собачку увидели с девочкой. О, красивенько тут. Чего, Сочуль? Воскресенье сегодня, вечер. Ветер сильный до умеренного. Многие почему-то отпускают собак вот так вот, без поводка. Я не знаю, я боюсь. Что-то... Данила у меня вообще законопослушный. Он говорит, может служба забрать животных. Хотя у нас чип стоит, кому она принадлежит. Но служба может забрать беспризорную собаку. И штраф выписать, вот что. Никто не хочет, конечно, зачем они нам нужны. Там видела девочка, вон катается. Уже убежала, наверное. И с коляской. И девочка вон там, детки катаются. Ну, пожалуйста, работали на огороде люди. А Данил меня, видите, пожалел. Не работай, говорит, ветер. Холодно. Ну, знает, что все равно буду его просить. То одно, то другое. Ему покоя не будет. Поэтому он утихомирил меня. Говорит, еще не время. Буду все время что-нибудь просить. Ну, хоть зиму покажу с ветром. На другой
Аташе пойду в конце января, поэтому я с удовольствием отдохну тоже от бабульки. Тяжелая она, парализованная. Знаете, что-то правое плечо стало болеть. Год занималась, не болела в спортзале. А сейчас там где-то прям при определенных каких-то движениях резкая боль. Он продукты там выгружает. Нам бы тоже не мешало в Сочи в магазин съездить опять. Последний раз как была в магазине, так и все. Уже ничего интересного в холодильнике нет. Желе только. Яблоки еще есть. О, а вчера вот после, допустим, фитнеса я... джакузи, да все там с этим напрыгалась. Сауна. И хотелось пить, и я смути сделала из мороженых фруктов. Немножко положила протеина и молоко ореховое. Вот нормально. Ледяное. Скажете, болеешь, пить нельзя. Ну ничего. Здесь принято лечиться. Все. Потом. Сучка, что ты заглядываешь? Ветер прямо. Хорошо, что этот. Кепочку-то одела я. Ну, кошка хоть не мерзнет. Ух. Вам-то, конечно, ветра привычное дело. А для нас так это прям хоть какое-то движение в природе. То совсем. Завтра опять поеду на зумбу, чтобы начать мне с понедельника. Вот эта прошлая неделя была у меня из-за болезни. Я в понедельник не поехала, во вторник не поехала, в среду только ездила. И вот в субботу. По-моему, так. Два раза. Сейчас опять возвращаюсь на трехразовое занятие. Поэтому понедельник, среда, пятница. И когда у меня будет выходной, субботу-воскресенье, то поеду купаться в бассейн только в двойной выходной. Это раз в неделю у меня получается. С купанием-то. Долго жених-то меня будет ждать. Но мне-то что? Какой интерес-то от него. Кому другого пусть там зовет газетки-то читать. Мне его газетки-то совсем не интересно. Ну пойдем, пойдем сюда, пойдем. За куток опять куда-нибудь меня заведешь. Люблю гулять с ней. Тихонечко погуляем. Встречу солнцу идем. Зимнее солнце, да, Сочи? Ой, ну все, что-то прицепило. Опять на лапочку себе. Колючечку. Ой, хромая. Да нельзя. Нет, у меня сегодня. Радуйся, Сочи. Гребешка-то чесать тебя. Камера была в сумке. Прямо вот это время-то ее и когда она нюхает, чешу. Пошли. Сейчас отпущу ее на весь поводок. А она почешет хоть бы что. Ей наплевать. Вон апельсины, видите. Никто здесь их не собирает. Как дички по-нашему. Мелкие. У нас подруга была, она есть у них, наверное, этот дом.
с апельсинами, деревьями от папы, там еще от дедушки досталось. Так они вот в сезон продавали их, ездили мы, собирали апельсины, я выжимала сок, пила, обычно ведро привезу и наслаждаюсь. Со временем, знаете, что-то приходит, что-то уходит. Также и с друзьями, с кем-то общаешься. Потом, видите, сейчас у меня совершенно новые друзья практически. Дружить-то некогда, все время на работе, так особо одни не переживаю в связи с тем, что сейчас YouTube. Так вообще, вышла с вами, потрещала, душу отвела. С Натальей по телефону созвонимся, хохочем и все. И опять вперед. Ох, какой ветер. Я гуляю долго. 40 минут обычно. 30-40. Вот. Ну, камеру выключаешь иногда, чтобы просто прогуляться. Как-то пасмурно, хоть и солнце. Ларчане, сочулька, замерзли. Да? Один день тепло, один день холодно. Ой, собачка маленького окошечко заглядывает, еще пока не гавкает. Пошли уже, сейчас начнутся гавканье. Сочуля. Ну, писают тут собачки, но собачки живут. Что тебе каждую эту унюхивать? Вон уточки. Пойдем за сраненьких посмотрим. Кашек, конечно, от вас, друзья. Вон, видите, их сколько там спрятались. А ты-то куда направилась? Представляю, у моих там утки тоже до кашек этих во дворе сколько идут. Думает, кормежка пришла. Дружная такая компания. Сочуля под сурдинку тут, видите. И утки что-то не заинтересовали ее. В другую сторону. Сочи, уточки там. Хотели с тобой поздороваться. А ты удрала. А? Привяжутся за нами как-то собачка. Корми их потом. Пошли скорее. Только отделались от собачки. Теперь вот утиная стая за нами. Утки всегда есть хотят. Недаром есть поговорка. У них сразу как прямая кишка. Недаром есть поговорка, как у утки. Поел, в туалет сходил, опять голодный. Тут явно старый. Для Флориды, я считаю, это вообще большие окна тут не нужны, потому что же жара. Под солнце в основном прячемся. Закрываем окна. Пошли там, Сочи-то нравится гулять. Вот эти два дома старенькие. Идти на другую улицу. Ветер в лицо дует. Пошли уже. Она знает, где живет. Повернет, где надо. Ну, куда несешься-то? Отпустила тебя, так ты и рада. Под колеса. Ее, так она вот давно уже домой бежала, наплевала бы на меня.
тюля. Все вынюхивает, все вынюхивает. Нет ли чего тут съедобного? Дома полная у ней кормежки. Вон на велосипеде еще катается. Гонит мальчуга. Сочи, где мы живем, ты знаешь? Угу. Посмотрим сейчас, знает или нет. Ой, все, она знает. Холодно. Как-то долго меня простуда в этот раз не отпускает. Данилка еще дома у нас. О, улица у нас знатная. Ящик у нас новый. Вчера почту взяла, сегодня, конечно, ничего там нет. Соседи новые. Ой, Сатюля. А где ты живешь? Ты знаешь, где ты живешь? Если бы ты домой побежала бы. О, прям заподдувало. Сосед живет. Все время тоже в делах каких-то. Трудяга. Да. Лентяи свои дома не имеют. Поверьте. Очень много. Этот дом тоже отделали, крышу и все. Молодцы, нам бы тоже не мешало. Вот этот сосед. Аккуратист такой, что машина все время блестит у него. Листья все время от деревьев скребет. Сейчас я вам покажу ящик. О, какой у нас теперь красивый, большой ящик. О. Новые ключи у нас. Кто-то оставил ключи. Ящики, что ли, для чего-то. 1P, 2P. Не знаю. У нас номер 7. Кому интересно почту отправить. Сколько видят, тут уже по несколько человек, большие семьи. Что-то эти соседи новенькие, тихонькие. После выстрела-то заехали тихие такие. Не слышно их, не видно. Практически не вижу, когда они куда выходят или выезжают. Ну, будем ждать от этих соседей теперь. Машина стоит, вчера приехала еще. Да не все выгрузили. Ой, Сочи, подруга у тебя или друг. Кто-то у тебя будет, повеселее будет тебе. Ну все. Сочи-то рвется. Посмотрите. Дождик ночью был. Сейчас будут щелочки заглядывать. Хочу вам показать, как она глядывает. Ух, она писит. Ну ничего, сейчас будут заглядывать. Видите, какая собачка у нас. С прогулки пришла, а писить она ходит сюда. Давай заглядывай в щелочки. Вчера прям вот в эти заглядывала. Что-то куда-то она заглядывает-то. Не туда, по-моему. Кто там? Кто там? Ну-ка давай посмотрим, кто там. Собачка, да? Ну, сейчас ее нет там, поэтому она не выискивает. А то прямо смешно так было. Как любопытно Варвара в щелочки заглядывала. Ребеночек у нас воспитанный. Ходит на бэк-ярд. Писела, покакала. Ну что вот, это отрезать, говорит, надо ветки. А феврале Данила сказал. Это дерево нет, пруни, ну, тоже его к черту выброшу уже.
Это надо сверху подрезать. Дэниела конструкцию снизу немножко подрезал. А теперь видите, какая махина. Теперь не управишься. Мне так недоступно это все уже теперь. Вот. Это что-то приболело. Жасмин надо тоже все обрезать в корне, чтобы заново рос. Забор уже его не выдерживает. А мне тут много места-то бегать. Сейчас вот траву покосили, нам тут хорошо опять стало. Проверяет хозяйство свое. Сочуля. Чё там? Чё ты там внюхиваешь, ходишь? Все дела от бассейна тут. Ой, ой, вот так она в щелки смотрит. Вот, видите? Подглядывает, что там творится. Ага, заглядывает. Ну-ка я посмотрю. Ну, что тут интересного? Чё ты тут заглядываешь? Да полиэтилен там. Ой, кто там? Кто-то шевелится, кого-то она учуяла там в кустах. Живность какая-то. Ну, охотничья ж собака. Я вообще тут боюсь заглядывать. Твои трущобы. Она запросто может перепрыгнуть, конечно. Если захочет. Пошли уже. Охотница на привидения. Защитница ты наша. Сочи. Ой, не могу. Пошли. Дэниел еще поедет убирать сегодня воскресенье. У него 7 дней, неделю. Плазма, где кровь сдают, где он полы вот это начищал. Так пальмы у нас больше и не растут. Но пеньки торчат. А проросших ничего нет. Ничем не посыпало. Просто отпилили и все. Очень так странно, да? Помню, вас спрашивала совета, чем да как да вывести их. Ну, потому что тоже они зарастают все, как это, дикий лес. Вот это тоже пальма. Так постепенно и осыпется. Трухнуть будут. Пеньки. Конечно, бы выкопать надо. Но это стоит все неимоверно денег. Чтобы заказать трактор, забор надо разбирать. Он сюда проехал. Это дерево у нас тут. Как-то посажено было немного еще. На самой дороге. Ой, пальму подрезала. Короче, уборки у меня никакой нет. Дверь подставляю. Сочи! А там все. Я пошла домой. Гулять будешь? Луна. Вот кто-то говорил. Говорите, большая луна. Покажите когда-нибудь. Вон. Что она маленькая, что ли? Не знаю, вам видно. Солнце еще не зашло. Господи, как же вам ее показать-то? Сейчас покажу. Залезу тут. Сменка же я. О, тут вообще не видно. Вот она только на горизонте там видна была. Вон она. Господи, как же. Сучуля. Луну-то показать как. Ну, кто хотел, тот увидел. Вам и закат, и луна сразу. Потому что закат-то с этой стороны. Вон она. Вот отсюда ее хорошо видно. Между вот этими двумя столбами. А Сочи-то там пасется. Ну, на этой ноте заканчиваю. Пока. Вот и хозяин встал.
на вечернюю работу. Сочуля! Ногу только видно. Только сидел нормально. Сочуль, ты довольна прогулкой? Кушай, иди. Иди кушай. Мама, что только тебе тут не надобавляла? Давай. Даже не нюхает. Противная. Цыклят вот опять. Теперь у нее забота. Соседская собачка. Надо сторожить ее.